Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Lesson 58, урок 58, exercise 4, упражнение 4. Сравни свой режим дня и режим дня своего одноклассника. Скажи, чем они отличаются. For example, I get up at 7 o'clock. Я встаю в 7 часов. Sasha gets up at a quarter past 7 a.m. Саша встает в 7:15 утра. Итак, давайте посмотрим на несколько предложений. I have breakfast at 7:30. Кирилл has breakfast at 8:20. Я завтракаю в 7:30. Кирилл завтракает в 7:40. I do my homework at 3:00. He does his homework at 5:00. Я делаю свою домашнюю работу в 3:00. Он делает свою домашнюю работу в 5:00. I like to walk in the park at 4:00. He doesn't walk in the park. Мне нравится гулять в парке в 4:00. Он не гуляет в парке. I go to bed at 9:00. He goes to bed at 9:30. Я ложусь спать в 9:00. Он ложится спать в 9:30. Наше задание выполнено. Если хотите смотреть остальные видео, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и на наши группы в социальных сетях.